Всем привет, друзья, с вами Закупыч. И что-то давненько у нас не было рубрики «Игрушка-патруль». И поэтому это «Игрушка-патруль. Детский мир». Сегодня я вам покажу все новинки, все самые интересные предложения и скидки, и акции в детском мире. Погнали, посмотрим. Игрушка-патруль. Мы смотрим на игрушки, но не покупаем их. Ну, по нерфам одно старье. Новинок нерф никаких не вижу. Ничего себе, тут кино показывают. Это реклама роботов? Реклама роботов вот так выглядит. Вы знали? Я не знал. Так, здесь у нас снова роботы. Слушайте, а может быть я просто буду гулять с вами вот так с камерой и просто разговаривать? И не надо, чтобы ничего монтировать. Одним кадром выложу, если хотите, чтобы так снимал. Так, ну мега вот этих я видел уже. Мечи кто-то порвал. Наверное, уже скоро пляжный сезон. Так, по пушкам, что у нас тут? Пушечки. Зуру, икшоты. Икшоты, мишоты. А это что такое? Смотрите, икшот выпустили пушку, где нужно стрелять по тараканам на стекле. А здесь нужно стрелять и раскрутить вентилятор. А, это летучие тараканы. То есть ты их запускаешь из пистолета или специальной крутилкой. Они летают, а ты должен попасть в них в полете. Вот это неплохое предложение. Слушайте, это интересно. Лазермет. А, это бластер и лазермет реклама была. Так, что тут еще у нас есть интересненького? Мега, нерф новенькие. Вот почему-то какой-то нерф они поместили прям в отдельный куб. Зачем это было сделано, непонятно. Что это за пушка вообще-то? Лазерная, походу? Похоже на лазерную. О, вот это монстр. Слушайте, вот это мне нравится. Причем акция. Он стоит по акции 3000 рублей. Неплохо. Достаточно неплохо. Так. Вау, ну зомби. Вот это вообще прям супер. Жалко, что... Ну вообще, хотя скидка, смотрите. Вот вообще скидка 50%. За 2800, как вам такая пушка? Мне кажется, неплохое предложение. А вот за зомби-страйк вообще 2000 хотят. Тоже неплохо. А мне нравится вот этот светящийся, тоже 3000, 43% скидка на него. Тоже неплохо. Rival, нифига его забинтовали. Тоже акция 30% за 3000. Слушай, вот этот прям очень крутой. Здесь, походу, доступ к снарядам. Это, наверное, электрический, который электро стреляет сам по себе. Так, и еще нерфы. Нерфов прям полно. Так, а это лего-чувак. Слушайте, с этим лего-чуваком надо сделать селфи. Вот это будет на заставку. Делаем заставку сейчас с вами в прямом эфире. Нормально? Так, я думаю, нормально. Еще появились подводные лодки. Подводная лодка стоит 1400. А что она умеет делать? Она вроде ничего не умеет делать. Так, и лего пошло, поехало. Из лего интересности вот хотелось купить на обзор эти новые типа ниндзяго, где они против кого-то. То есть каждый герой ниндзяго на кого-то атакует. Вот она вся коллекция. Ну, Широ уже их снимал. Широ аж раз уже снял, значит не буду снимать. А еще обратите внимание, здесь есть тир. Для нерфа. О, тир нерф. Где вы еще такое видите? Ну только патронов что-то маловато. Патроны, походу, все потырили. Раз, два, три, три патрона и на маленькие пестики. На икшоты в основном патроны. По Лего Марио вроде как ничего новенького не появилось. Так, это что здесь? У, это огромная Лего Панда. Милан, там патронов нету. Он Милану пришел в ложку стрелять. Нет патронов. Там один, а он маленький. О, целый город Лего Сити тут есть. А где кнопочки? О, старт. О, старт работает. Смотрите, машина поехала. Машина поехала, и вертолет заработал. То есть тут в панораме работает только машина и вертолет. О, супер акция. Лего Сити. 10 тысяч. Это что такое? Это вокзал? Вокзал.
И пошло у нас Лего для девочек. Черепашек-ниндзя я купил. Себе на обзор надо снять, никак не сниму. Так, тут у нас Лего Ламба-Ламба. О, кстати, 31% скидка. За 23 тысячи ее можно взять. Как вам такое предложение, Илон Маск? Так, Стрэч Армстронги, которых я снял недавно. Можете посмотреть обзор на канале Стрэч Армстронг. Драконов я вот этих тоже снимал уже давно. Это была акция Глобус. Так. Что тут еще из интересностей? Бейблейд. У Бейблейда есть большие арены. Вот эту я снимал арену, по-моему. Я не снимал большую. Вот эту, вот. 44% скидка, смотрите, 4900. Надо подождать, когда ее будут за 2000 отдавать, тогда купить. По новым Бейблейдам от Hasbro вроде ничего нету. Но за 5000, конечно, неплохое предложение. Так, а так, арен и Бейблейдов новых. А, вот новый Бейблейд. Вот этого я не видел. Слушайте, что это такое? Это новая коллекция? Рактавор R6, да, это новые Бейблейды. Слушай, надо их отсканировать. Если они по скидке, я куплю себе на обзор. Динозавры новые появились. Вот что ты умеешь делать. Так, он, походу, водой умеет стрелять. У него там дырочка есть, куда воду можно заливать. Ты что делаешь? Ой, какой страшный. Он стреляет, видите, он как нерв. У него патроны, и он умеет стрелять. Вот тут нарисовано это. Так, а ты что умеешь делать? Так, мне нужно куда-нибудь сдать Бейблейда. Так, микросы по акции 279 рублей. А, новый Майнкрафт, я видел, появился. Вот появилась новая коробка для мини-фигур за 2800. И новая пусковая установка для Стива. Она выстреливает. Он выстреливает и на тележке катится. 2900 стоит. Так, просто игрушки. Здесь у нас что? Марвел. Просьба сотрудника склада подойти на ресепшн. Понятно, сотрудник склада. Подойди на ресепшн. Бакуганы. Вот по акции мне нравятся вот эти штуки для хранения бакуганов с собой, чтобы переноску брать. 1000 рублей стоит, я бы себе купил бы такую штуку. Но пока возьму себе Бейблейд только. Так, вроде как все. Вроде больше. О, еще дракон вот такой. Ничего себе. 5000 стоит. Что ты умеешь делать? Я ничего не умею делать. И новые арены для бакуганов появились. 3300. Вон она, большая. Серия Armored. Бакуганы, конечно, интересно. Вот бакуганчиков я все купил бы. Так. Вот еще интересная штука. 2700. Это Бэтмен против какого-то грязи. Бэтмен и мотоцикл против грязи. Так, здесь показывают мультики про трансформеров. В кино с 20 декабря. Что это? И здесь вот трансформеры. Есть акция? Да, слушайте, много акций на трансформеров. По 300 рублей маленькие. А ботбоцы где? Не вижу ботбоцев. Серия 5. Я не помню, есть у меня такая? Надо посмотреть. Infinity надо. Так, вроде по новинкам вижу только большую арену. Но и то это не новинка. Ну, трансформеры вроде все. О, вот этой тачки. Микро, мастер. Коллекшн, вот этот класс. Так, Infinity надо еще. Вот интересная штука, смотрите. Новые боевые роботы. Они типа выскакивают и сражаются друг с другом. 2500 вроде как за такой набор, это и недорого. И Power Packs появился, смотрите, который я снимал как раз видео. Можете посмотреть. А еще на канале вы что видели видео про Стрэч Армстронга и про Гуджитсу. Вы только посмотрите, новая водная серия, где они умеют плевать водой. Их тут полно. Есть даже Веном против Человека-паука. И четверной набор, где аж 5000 стоит который. И еще гуджицу. Можете их тут потрогать, помять. О, Мила, мама не видела? Нет. Можешь отнести ей. Мила. А, стой, давай проверим, сколько стоит. Возьми один. Ты что, испугалась динозавра? Там динозавр зарычал. О, Валь, стой, давай проверим, я куплю тогда новые Бейблейды. На. Давайте проверять. Я новинку нашла. Какую? Барби. 1000 рублей. Которой нигде ну-ка. Нет. Давай остальные. 1000 рублей, конечно, дороговато.
Опять 1000. Я сейчас название посмотрю. 1000. Ага, а вот и Power Packs. Это арена для бит. Наконец-таки я ее нашел. У меня ее не было. Я снял на все игрушки, фишки. Фишки биты сотки. Это такая настольная игра, кстати, прикольная. А арены у меня не было. Так, ну и все, Beyblade все нашел, взял новенький. Пока. И пока из интересности только Beyblade новинки. Шестой сезон, так сказать. Так, тут все старое. Классно, тут детский мир, смотрите, тут можно и в Лего поиграть. Здесь насыпано Лего, можно прийти. Вон кто-то человечка построил. Класс. Молодцы. О, а тут Лего Марио, можно нажимать кнопочку старт. Что он будет делать? Нажимал кнопку старт, ничего не происходит. Может, тут нажать? Внимание, персонал. Подойдет отдел обуви. Подойдите на кассу. Не, ничего не происходит. Просто музыка играет, и все. Марио сломался. Видите, Марио засел на шлагбаум. Внимание, персонал. Техник, пройдите. Тут Вилс, я всегда смотрю. Редкие. С огоньком. Редких не вижу. Я не копаюсь в машинках, а именно сверху смотрю, чтобы если висит сверху редкое, то я ее возьму. Ну, чтобы не лапать все машинки. Не вижу редко. Сколько же тут много Hot Wheels. Это просто жесть. И рекламка Hot Wheels. Мультики можно смотреть про Hot Wheels прямо здесь. Ну, тут не мультики, а реклама. Clash of Gears, вот который я снимал. Смотрите, есть даже новые, которые ультра редкие, которые ультра мощные, линейка. Причем новые модели появились. И машинки. Так, вроде как все. Так, что тут? Монстр джипы. Тим Тизер. Ого, у Тим Тизера тут целый подъемный кран. Ну только посмотрите, какой монстр. Ого, у него подвеска работает. Вообще офигенно. А что он умеет делать, интересно? На пульте управления он просто катается? Скорее всего, он просто это большая машина, которая катается и которая неубиваемая для самых маленьких. Так, тут у нас полицейские тачки. Это машинки, которые ездят. Неплохо смотрится. Очень много машинок. А еще в этом магазе есть уцененный товар, где что-то стырили или поцарапали. Вот, к примеру, пробитая коробка Лего. Сколько она стоит? 1000 рублей стоит, 58% скидка. Ну, за 1000 рублей можно себе взять набор джипа с самолетом. Но не факт, что там будут все детали. Так, космический меч. 250 рублей. Работает? Да, он даже работает. А звуки будут работать? Неизвестно. Так. Маска Бэтмена, 300 рублей, 84% скидка. Эти потертости. Я бы купил бы такую маску за 250 рублей, на самом деле. Вот еще набор, смотрите, пробитый. Да, дырка в наборе, и он стоит сколько? 1000 рублей тоже уцененка. Уцененные игрушки, это вообще тема. У кого нет игрушек, ой, я тут все поронял, костюмчики. Надо убрать. О, маленькие феи. Так, портфель уцененный, теннис, нерф уцененка, 500 рублей. Не, ну он какой-то совсем убитый. Рублей за 200 я бы его купил, а так... Ну, кстати, пневматика работает хорошо, прям чувствуется на натяжение. По мини-фигуркам есть только Lego Dots, Mario 2, Гарри Поттер 2, 21 серия, Mario, а тоже 2, и все. Да, больше нету ничего. А это что такое? Lego Next Tonight. Взял себе водички попить. Всегда в детском мире беру воду. А лайка если делаешь так же. Сейчас прям сразу залпом выпью бутылку. Ну и заплачу за нее, разумеется. Хорошо. Диких скричеров полно, как новых, так и старых. Вот есть супер новые, которые три диска ловят. Паровозик Томас в полный рост, смотрите, какой большой.
Плюшевый герой со сладостями. 1700 акция. Что это сюрпризики там? Да, сюрпризики. Тут мультика можно посмотреть. Лунтика. А Валюша набрала себе вот таких русалок. Говорит, что-то новинка какая-то. Говорит, такого еще не было. Так, пещерный клуб. Новые куклы появились ночные. Видите, с ночной маской для лица. Типа можно и маску на лицо одеть. Остальных я снимал. Так, тут опять куколки. Но мы входим в детский, в этот, в женский отдел входим. Тут по куклам вроде ничего нового нету. Вот этих Хэтчимал я не видел, ночную серию. Таких я не видел. Еще куколки. О, лол, новинки, смотрите. О май гад. Тут еще малышка у нее есть с ней. 5500 стоит. Ну и все. Тут еще раньше были машинки со всякими Бэтменами. Я не могу найти, я в ТикТок себе загрузил. У меня в ТикТоке, посмотрите, недавно выходило видео, где там Грут малыш с маленькой, Харли Квинн с машинкой. Сейчас не могу найти. Ой, тут все по Барби. Распродажа 60%. Руби. Рейнбоу Руби. 40%, 60% скидки. Мои самые любимые куклы. У них очень классный взгляд. Посмотрите. Они говорят, узбагойся. Без паники. Кто им рисовал глаза, мне интересно. Есть даже малыши вот такие. Посмотрите на меня. Это же почти Камбала. Хайрдорблс. Новинок. Ну, вообще новинок полно. Смотрите, здесь большие куклы вот такие. Кали. Внимание, персонал. Отдел новоржев. Да что ли ты, Каруша? Пожалуйста, коляскам срочно. Что ты орешь? Куклы супергероя. Габи. Сесиль. А третья кто? Нинуко. Нинуко, Габи и Сесиль. Что не говоришь, мне ничего не говорит. Интересно, что она говорит. Ей можно нажимать. Интересно. Ой, какие милаши. Обожаю пупсиков вот таких. Посмотрите. Посмотрите, какой у нее кулак. Где тут самая дорогая кукла? Ну, тут дорогих особо нету. Вот Леонер 10 тысяч стоит наверху. А так вроде такие адекватные цены. О, длинная кукла-фотомодель. 3700 и кроватка 729 рублей для нее. Но она такая прям очень высокая, где-то сантиметров 140. Барбоскины ваши любимые. И не только Барбоскины. Что еще тут есть? Rainbow Corn. Вот такие есть большие Адзуру Чупа-Чупсы. И о май гад сумочки. Вот они реально о май гад огромные. 9000 рублей по скидке. Причем скидка 25%, не хухры-мухры. Что-то она не стоит теперь. Падает. О, вот новинка, смотрите. Сколько стоят они? 8000 рублей, видите, единорог с чубчиком. Это чубчик единорога торчит там внутри. На-на-на сюрприз. На них обзор я тоже уже снимал. И Rainbow. Вау! У меня вышел про наклейки Rayburn. Вот. Там как раз 4 куклы. В общем, по Нине выпустили наклейки. И у меня на канале есть обзор на эти наклейки. По Нине наклейки Rayburn. И тут она, видите, идет с набором одежды. Домик Surfelia Families. Всего-то 15 косарей. Это, наверное, без наполнения. Или с наполнением. Нет, две игрушки только идет. Зайчики. Два зайца идут в наборе. А это уже продавцы, походу, расставили. Ну, такой очень симпатичный дом. Воу, посмотрите, у них тут прям целый мир. У них тут 18 век. О, Валюша, лови бутылку. Молодец, я уже выпил воду. Все? Я почти все снял. А все? Вы? А мы нашли себе все, что хотели. Вон, Валюша что все взяла на обзор. Вот Валюша сказала, вот это новинка. Смотрите на канале Валюша Милая, да? Новинка 21 год, то есть она прям январь. А и Бэйблэйд вот это... новинка, прикинь, нигде не продается. А вот эти номера, я посмотрела, проверила все номера, я снимала. Без обратила. Повторок? Знаете, сколько повторок? Очень много. Это надо смотреть номера. А это кто такие? Электротролли? Электрокидс. Электротролль. А что он умеет делать, интересно? Так что тут вообще из новинок? Шопкин с русалкой, я вот вижу, новинка. А так все. Так, вот эти штуки я снимал. Вот это снимал и вот это снимал.
Вот только новинка, большая комната. Так, акции, смотрите, капсульчики. Вот Funko Pop, тут, конечно, вообще выбор огромный. Здесь даже есть Джонни Сильверхенд из этого, из Гиперпанка. Офигенная. Ну, конечно, дороговато, 1300 рублей. На Озон с моим кодовым словом можно купить это все намного дешевле. Так что пользуйтесь моим кодовым словом на Озон, и Buzz Lightyear будет вам бесплатно. Но это не точно. А скорее всего не будет. Это тоже фанка? Да, это все Funko Pop, смотрите, вообще офигенные, да? Не, это не фанка, а кто это? Что это за куклы там? Слушай, заклеенные. А можешь открыть он наклеенный? Давай, она отклеена, я думаю, ничего страшного, если мы откроем. Она так. А ее украли? Нет, ее не украли. Она вот такая. А, она в разобранном виде. Фей, расчлененка. Гарри Поттер обзор можете посмотреть у меня на канале. Офигенный, мне очень понравились, надо будет купить. На Озоне тоже брал со скидкой. Здесь дороже, 1300, я на Озоне за 900 рублей покупал. И еще, в этом месяце выходит вторая часть. Гарри Поттер, часть 3. А это адвент-календарь. Это адвент-календарь от той же самой фирмы. То есть вот эта фирма, которая делала Юми, это Юми адвент-календарь Гарри Поттер. Здесь 24 сюрприза, но отзывы в интернете спорные. Говорят, есть повторки. Вот, а так крутая. На Озоне тоже он стоит дешевле, 4000 рублей. Здесь стоит 6000 рублей. Ну, посмотрите, какие милахи. Что там случилось? Он пошла за пухляшом, в итоге сделала круг, а он тут рядом. Здесь магазин. Так, осталось мне пройти Лос Китис. О, ваши любимые Лос Китис. Что, они по акции до сих пор? Да, они по 400 рублей. Ну, давайте вторую себе возьму. Давай, Валюш, вторую себе возьму. Что? Вторую возьму, распаковку сниму. Так, я есть. Потому что у меня одна есть такая, а второй нету. Так, ну эти штуки я не буду. Да, по 400 рублей. Так, все, здесь есть еще новинки? Он целуется. Пони целуется. А, вот Лос Китисы еще. Да, я видел их, я показал ребятам. Так, Лос Китис тюбики, у меня уже вся коллекция, так что я их не покупаю. Так, вроде как все. Мягкие игрушки. Смешарики в основном. И какие-то непонятные овощи. Прикольные, слушай, какие-то кубики прикольные, разговаривают всякие приколюшки. Это кто? Тоже певец какой-то. Бык Боря. Он песни поет. А в чат еще есть? Всякие поняхи. О, мне, кстати, нравятся вот эти чебурашки. Вот он классно разговаривает. У меня в ТикТоке есть полная версия. У меня в ТикТоке есть полная версия этой чебурашки, что она умеет говорить. Ой-ой-ой, апельсины. Я тут прямо. Он понях разговаривает. Во, вот этот набор мне нравится, но мне кажется, дороговато. Просто за пластмассовые фигурки 5000 рублей. Это просто фигурки, скорее всего. Там сюрпризы. А там внутри сюрпризы? Есть вот эта акция, вот именно наборы вот такие. Угу. Они идут все, вот поньки, но они без, ну, без скидки. Идут 2300. Ну вот это прям удивительно. 2300, кстати, нормальная тема, да? 1500 в основном. И там вот идут пони, и к ней вот какие-то сюрпризы, что здесь непонятно, тут аксессуары. Вот тоже, кстати, 5000 скидка. Ну да. А мне, вот у меня есть фанат вот этих игрушек, Азер Тойс, по-моему, называется канал у меня. Вот ему нравятся вот такие игрухи. А есть тут еще поменьше версии? Это большие, огромные, стоят дороговато они. Правда, цены что-то нет. А 14 тысяч стоит большой. Вот он огромный, он с меня размером. А маленьких я даже и не видел. Это оно? Не, по-моему, это не одно. Это мяу какая-то. Ну да, и все, скорее всего. Больше нету ничего такого. Есть мишки всевозможные. Мишка-доктор. Мишка-доктор? Че он, лечит кого? Две песен. Две песен. Лечит песнями. О, Милана играет на пианино. О, вот здесь мне нравятся еще слоны вот эти.
Во, это вот деревяшки. Этот поросенок офигенный. Да, это деревяшки. Для маленького, мне кажется, прикольно. Офигенно, держи. Еще свиньи вот эти прикольные. И вот эти жирафы, кони. Что делаешь, Мила? Мила научится играть на пианино. О, угледос здесь. Смотрите, кстати, огромный угледос. Всего 600 рублей. Это очень выгодно. Это большая игрушка. Смотри, Валь, всего 700 рублей. Угледос огромный. Ну и все. Вроде больше тут ничего нету. Продается даже отдельно клей для слайма. 389 рублей. И какие-то мячики тянуть. Ой, какой он прикольный. Ребят. Крутой замес, антистресс. 279 рублей. Я должен его потрогать. Я просто обязан его потрогать. Он очень классный. От One Toys. О, вы себе не представляете, какой он приятный на ощупь. О, 279 рублей. О. Это просто вообще что-то с чем-то. О, это как тесто, только знаете, которое на тебя не выскакивает и не прилипает. Так что очень крутая штука. Извините, что я ее потрогал. Будем считать, что это была реклама One Toys. Вот, покупайте смело. One Toys, простите меня. Так, что у нас тут по лолам? Опять же слаймы всякие, но я думаю, это неинтересно вам слаймы. Вот еще есть какие-то фигурки. Байки из склепа. Что это такое? Это настолки такие страшные. 5 секторов. Игра. Мозаики. Мстители. Так, настольные игры. Вот поставьте на паузу сейчас и напишите в комментариях, какая настольная игра из этих, что сейчас на экране, ваша любимая. Есть даже «Дети Олафа» называется игра. Из Treasure X ничего нового, все старье одно. Ну вот 2600, кстати, не видел, что это такое. Это типа адвент-календарь? Да, адвент-календарь «Принцесса Дисней». Что там внутри, непонятно. Ну, в смысле, русалочка, принцесса. Вот еще принцесса, новинка Дисней. 6-я серия уже, ничего себе, 6-я серия, обалдеть. И кто это? Что это за мулатка-шоколадка? Слушайте, ребят, я походу влюбился. И здесь опять же кто-то поломал понях. Кто их покидал? Почему My Little Pony валяются на земле? Вот они, Шляйхмуркель. Самые лучшие коллекционные фигурки. Кусаешься? Не, этот не кусается. У меня был динозавр, который кусался. А у Миланы есть такой динозавр, Милане подарили. Тут всякие крокодилы, бегемоты. Но мне больше нравятся всякие фантастические существа. Вот типа эльфы по 2600, Пегас 2000 рублей. Еще единороги. Но тут уже классические лошади по 1800. Да, это дорогие фигурки, но они очень классные. Смотрите, кто-то даже у русалки украл руку. Русалка стоит 2000. Так, еще единороги. Тут, кстати, был где-то и монстр, но его, походу, купили. Я его больше не вижу. Монстра. А вот обычные лошади. Но это уже подешевле. Это уже Ативия, это уже не Шляйх. Это уже не Германия. Где? О, я нашел! Сейчас ребятам покажу. Я нашел, что я искал. Здесь вот еще русалочки по 1400 рублей. А вот то, что я искал. Вот что я хочу себе купить. Надо будет сейчас их отсканировать. Если они на зоне есть, я их себе закажу. Видите, машина ядовитого плюща, машина Бэтмена и Бэтмен, машина Грута. Это коллекционные машинки. Так, что у нас тут еще есть? Машинки Харли Квинн. И все. Что-то больше никого не вижу. О, машинка ретро Бэтмена. И там даже Робин сидит за рулем. Вот это да. Вот это красота. Все, вроде больше ничего интересного нету. Милан, ты что, на Луну летала? Смотри, даже камера тебя снимала. Ну а на этом я буду заканчивать игрушка-патруль. Мы сейчас будем кушать в Икее. Сегодня сняли два видео, получается, Лего Адидас
и игрушка «Патруль детский мир». А сейчас мы идем в Икею, вот, у меня уже камера села, Валюша сделали, как это называется? Ставили флаг. А это же Швейцария? Я думал, это Греция. Ты что, конечно. А, не похоже, да? Конечно, да. Еще Милана вот. Взяла себе детский обед. О, у меня уже горло, я наговорился, у меня уже горло болит, сейчас буду пить с облепихой. И с медом. У Миланы детский в обед, и представляете, в Икее в детском обеде идет игрушка. А сколько стоит обед? 200 рублей. 200 рублей игрушка? Игрушку выбираешь сам. И можно разные брать? Да. Прикиньте, вот выбрали тигры. У нас есть мышка такая, да, маленькая? Медведь, этот слоник есть. Поросенок, теперь, по-моему? Нет, ну слоник. По-моему. Слоник, да? Вот, теперь еще лев будет. Значит, там сок идет, и вот Милане на обед, а там на выбор. Хочешь брокколи, хочешь картошку, хочешь... Дай поближе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.